И всем привет, с вами я, Бейблэйд Лев. И сегодня мы будем рассуждать, что делать, если у вас потерялась запускалка к Блейду. Ну что ж, начнем. Сначала вам надо раскрутить. Потом вам надо снять вот эту детальку. И потом снять еще эту детальку. И эту детальку. Потом мы берем вот эту детальку и прикручиваем сюда. И вот у вас получается такой Блейд, который спокойно можно вот так запускать. Ну что ж, и всем пока-пока.